Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Mercedes GLC. Ремонт кузова. Машину на ремонт привезли разобранной. Владелец снял салон и мятые детали. Работа предстоит грандиозная. Заменить придется пол машины. Для ремонта у меня есть правая сторона, левое заднее крыло, две двери, задняя крышка. Установил машину на стапель и начинаю ремонт. А спонсор сегодняшнего видео — крупнейший рынок швейцарских автомобилей. Более 100 предложений каждый день. От страховых компаний, банков, государственных служб. Доставка автомобилей по указанному адресу. Сайт работает на 4 языках. Информационная поддержка. Зайдите на сайт и купите свой автомобиль. Ссылка в описании. Итак, первым делом все вытягиваю. Сначала правую сторону. Кузов добротный, тянется тяжело. Среднюю стойку надо еще дотянуть, но мятая крыша не дает. Тянет и левую сторону. Разрезаю крышу.
Правую сторону вытянул. Теперь вытягиваю заднее левое крыло. С вытяжкой я закончил, теперь удаляю весь поврежденный металл. Внутренние элементы правой стороны тоже сильно повреждены.
удалил весь пятый ненужный металл и теперь дотягиваю и равняю. Подготовил правую сторону к установке деталей. Нужные части беру с донорских кусков. We'll be right back.
Теперь у меня есть нужные детали, я их почищу и начну устанавливать. Первым делом привариваю внутренние элементы. Крутую внутряк и устанавливаем правую сторону. Правую сторону четвером еле установили. Весит много. Прикручиваю ее саморезами. Примеряю крышу. Устанавливаю двери. Смотрится хорошо. Зазоры в норме. Установленную деталь фиксирую и привариваю.
Правая сторона приварена. Устанавливаю двери и переднее крыло. Зазоры гуд. Установил крышку багажника. Проверяю и выравниваю зазоры. И привариваю внутренние усилители. Теперь буду устанавливать левое заднее крыло. Но для начала подровняю все детали, оставшиеся на кузове, и приварю внутренние элементы. Примеряю крыло и выравниваю места соединений. Теперь все готово для установки крыла. Устанавливаю и привариваю.
приварено. Сварочный шов на стойке заливаю оловом. Задним крылом я закончил. Теперь устанавливаю фонари, задний бампер и проверяю зазоры. Заднюю часть я закончил. Все зазоры гуд. Осталось приклеить и приварить крышу. Для удобства снял машину со стапеля. Моя работа закончена. На эту работу ушло 120 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!